Полагаю, что многие из вас знают о такой вещи, как пирамида иерархии потребностей Маслоу. На английском языке она называется Hierarchy of Needs. И создал ее психолог Абрам Маслоу. Мы видим его портрет на экране. Он создал теорию, которая тесно связана с мотивацией, в том числе в области карьеры и с достижением целей. Маслоу утверждал и в свое время получил от коллег много критики за это. Согласно этой теории, если у человека не удовлетворены его базовые потребности, то он никогда не достигнет до реализации более высоких внутренних целей, до более высокой самореализации. На самом деле Маслоу не создал пирамиду как таковую. В виде пирамиды это уже оформили его последователи. Они предложили такую схему в виде пирамиды. А сам Маслоу просто утверждал, что у человека одновременно в перемешку присутствует очень много различных потребностей. Мы видим это на графике. И то есть у него есть проблема бытия, быть или не быть. Но помимо этого он также должен удовлетворить и свои физиологические базовые потребности, потребность в безопасность, потребность в наличии рабочего места, потребность в наличии социальных взаимоотношений, потребность в значимых взаимоотношениях. И только достигнув этих, реализации этих потребностей, он будет стремиться уже к реализации каких-то более высоких целей. И, как мы видим, эти все потребности у человека присутствуют одновременно и вперемешку. И гамлетовское «быть или не быть» здесь тоже присутствует. Ну, а сейчас давайте взглянем на пирамиду Маслоу как таковую. Итак, первая ступень этой пирамиды – это физиологические потребности. Питание, воздух, вода, свет. И за этим следует безопасность. Тепло, защищенность, дом, куда можно вернуться, где никто человека не подвергает опасности. Над этой ступенью уже находится слой социальных потребностей, потребность в принадлежности, потребность в семье, в близости. И на следующей ступени уже находится учеба и самореализация. В интернете мы нашли и такую картинку. И здесь потребности, согласно пирамиде Маслоу, изображены в картинках. Картинка говорит больше, чем тысяча слов. И глядя на эти картинки, мы можем сами создать впечатление, насколько у человека в Эстонии удовлетворены его потребности. То есть физиологическая безопасность, финансовая безопасность. Существует такой кричащий конфликт, кричащий дефицит страха не справиться с экономическими проблемами. И в том числе и наши специалисты кассы страхования безработицы об этом говорят, согласно общению с искателями работы. И могу рассказать также такую интересную историю. Рассказывала одна коллега о том, что она один раз переходила улицу и упала на нее, то есть практически на проезжую часть. И она сказала, что самое ужасное было не то, что боль от перелома, а то, что мимо проходили люди за безразличным видом, и никто ей не помог. И поэтому, как гражданин, как специалист, как консультант работников и работодателей, хочу сказать, что вот такое безразличие в нашем обществе – это проблема, с которой мы должны бороться. Конечно, не надо в этом обвинять не только государство, не только отдельного лицо, не только какую-то партию.
И с банальной точки зрения, глядя на эту пирамиду, с точки зрения общества, с точки зрения семьи, надо сказать, что эти слои влияют на жизнь человека, на его карьеру. Мы должны сказать, что у нас, конечно, много предстоит сделать на базе, на уровне базовых потребностей. Маслоу в свое время получил очень много критики за свою теорию. Ему говорили, что это теория, мечтай дальше. Она слишком позитивная, ты думаешь только о позитиве, о достижении мотивации. А Маслоу, будучи таким профессором-энтузиастом, он все-таки не сдался. И в дальнейшем его последователи подтвердили его теорию на основании исследований. И было обнаружено, что в разных культурах, конечно, может быть, в разной иерархии находятся эти ступени пирамиды, но тем не менее можно сказать, что нельзя говорить, что человек, например, не может осваивать профессию, если ему негде переночевать, или он не может достичь душевного спокойствия, если у него проблемы в семье. И поэтому еще раз повторю, что мы рекомендуем обращаться людям, к консультантам различным, в том числе нашего центра, консультироваться у психологов и консультироваться у консультантов по долгам. Такие консультанты предназначены для того, чтобы поддерживать человека. Это кто-то, кто человека выслушает, отзеркалит и что-то предложит. Еще раз повторю такие базовые вещи, что, например, консультанты по карьере, в том числе в здании Фаля, на месте, может быть, за кофе, или если кто-то хочет по телефону проконсультировать через интернет, поддержат человека. И все, что вы расскажете, останется между вами и консультантом, будет сохранена конфиденциальность. У нас есть замечательные соискатели работы, которые регулярно ходят на консультирование раз в месяц, пьют кофе с консультантом и постепенно выясняется, чего человек хочет на самом деле. Человеку иной раз хочется быстро взобраться на вершину этой пирамиды, но природу нельзя обмануть. И как есть такая пословица эстонская, что пустой мешок не стоит, то есть нужно сначала удовлетворить свои базовые потребности. А сейчас я процитирую свою коллегу Тину Сар Вельма. Я задала ей некоторые вопросы, что Тина думает о том, что можно было бы сделать лучше со стороны соискателя работы, что можно было бы сделать лучше со стороны работодателя, чтобы мы достигли на более высокого уровня на пирамиде Маслоу. Тина ответила, цитирую, «Да, конечно, для каждого можно найти подходящее рабочее место и самореализацию. А как этого достичь? Конечно, для этого человек должен быть образован в области карьеры, он должен знать, кто он такой, чего он хочет от этой жизни. Потому что нередко бывает так, что просто так получилось, что человек работает на той или иной работе, но, может быть, это совсем не та работа, о которой он мечтал. И человек не может там реализовать свои истинные таланты. Чем лучше человек оценивает сам себя, тем лучше он найдет подходящие для себя возможности». Тина добавила, что она нередко бывает по работе в школах и беседует с молодежью. Задает им вопрос, знаете ли вы, чего вы хотите от этой жизни. И, как правило, ответ бывает либо уклончивый, либо отрицательный. То есть мы нередко даже не осознаем, чего мы на самом деле хотим. Чего мы на самом деле хотим в жизни. Что бы я делал, если бы не было в жизни географических или финансовых препятствий? Какова была бы твоя работа мечты? Нужно начинать с этого. Потому что чем ближе работа, которую ищет работа, к его идеалу, тем лучше будет его самореализация. Почему трудно найти подходящий персонал? Потому что вербовка все-таки имеет уклон в сторону работодателя. Работодатель выдумывает профиль, пакет мотивации,
рассказывает о профиле предприятия, но для того, чтобы найти подходящих для себя человек, нужно также подумать о том, что хочет кандидат. То есть вербовка должна быть более ориентирована на соискателя работы. Например, в Финляндии есть одна фирма, у которой процесс вербовки организован в качестве интернет-магазина, куда соискатель может отправить свое резюме и выбрать самому тесты, которые он хочет сделать, которые бы лучше раскрыли его. Это хороший пример того, что процесс должен быть построен таким образом, что даже те кандидаты, которых не приняли на работу на то или иное предприятие, могли бы посоветовать этого работодателя другим людям. То есть нужно уважать каждого соискателя, и коммуникация должна быть открытая и проходить в формате заботы. Некоторые мысли также со стороны коллег, консультантов, работодателей. Что еще может сделать работодатель для того, чтобы найти для себя подходящих кандидатов? Конечно, придерживаться этики в общении с кандидатами, помнить о том, что надо связаться также с теми, которым не предложили работу, а людям, которые вышли на следующий круг соискания работы, рассказать о том, как будет происходить дальнейшее собеседование. То есть бывают, например, такие случаи, что человека предлагают на собеседование с несколькими людьми, то ему нужно об этом сказать, потому что он ожидает, что будет общаться только с руководителем, а попадает в более большую компанию. Тина Саарвельма сказала, что все-таки нужно придерживаться высокой морали и доброжелательности в общении с человеком. Не игнорировать человека, не относиться к человеку холодно. Мы придерживаемся такого мнения, что работодатель мог бы приложить больше усилий для того, чтобы предложить практику для человека, который бы хотел потренировать свои навыки. И уделить время знакомству с кандидатом. Это, конечно, проблема для работодателей, которым поступает очень много резюме, если резюме исчисляются сотнями. Еще некоторые идеи. Итак, еще некоторые идеи для предприятий, для работодателей. Говорит не о предложении работы и не о том, что ожидает работодатель, а о том, что предлагает работодатель. Потому что соискатель работы тоже совершает выбор. Если зарплата брутто составляет менее 1000 евро, то открыто об этом сказать. Это позволит сэкономить время как работодателя, так и соискателя работы. Еще некоторые идеи для кандидатов. Для соискателей работы. Мы по-прежнему наблюдаем такую ситуацию, что у людей нет конкретных навыков указывать свои сильные стороны. Например, я как-то беседовала с женщиной, которая находилась в отпуске по уходу за ребенком. Она сказала, что даже не знает, что написать в CV, потому что долго не работала. И я ей сказала, что можно говорить о своих навыках не только как специалиста, например, как родителя, то есть, например, умение планировать времени, умение выдерживать стресс, умение общаться и еще другие навыки, которые есть у матери. Еще такое проблемное место среди соискателей работы – это общение с предприятием. В интернет-портале предприятие отмечает резюме как прочитанное, а кандидат, в свою очередь, сидит дома, пьет чай, кофе, ждет, что ему ответит работодатель. Иной раз можно все-таки самому позвонить и спросить, что вот я подал свое резюме на такую-то должность, мне интересуюсь
интересуюсь, что вы считаете о моей кандидатуре, потому что, так сказать, такое ожидание – это не устойчивый подход или непродуктивный подход. Тина Саарвельма также сказала, нужно указывать более широкие возможности как со стороны работодателя, так и со стороны соискателя работы, то есть предлагать ли вы практику, предлагать ли вы те или иные вещи, которые важны для кандидата. Существует такая тенденция, что можно указывать и такие навыки, которые не очень, может быть, важны для такой конкретной должности. Например, кто-то ищет работу работодателя, например, кто-то ищет, хочет устроиться на работу бухгалтером, но в ходе собеседования говорит, что если нужно организовать, например, какое-то мероприятие, как летние дни или какой-то информационный день, то я могу это сделать, потому что меня это интересует, я этим занимался. И это можно также указать в своем CV как неофициальный навык. То есть нужно так подходить к составлению резюме. Вот точно так же, как родитель ребенка. Он может и такие свои другие неофициальные навыки указать. Например, кто-то катается на роликах и может сказать, что я хорошо ориентируюсь в движении, или я, например, умею быстро действовать. Я общалась с различными кандидатами из карьерных центров по Эстонии и могу поделиться еще некоторыми мыслями, которые поступили. Опять же, резюме. CV, резюме не должно быть очень длинным. Может быть, его размер не должен превышать одну страницу, но тем не менее резюме должно быть такое интересное, что, прочитав это резюме и сопроводительное письмо, мотивационное письмо, работодателю захотелось бы и встретиться с человеком. Что касается фотографии, то это отдельная тема. Иной раз идет дискуссия о том, стоит ли или не стоит добавлять фотографию. Кто-то говорит, что не стоит добавлять фотографию. Но если добавлять фотографию, то она должна быть недавняя, и она не должна быть в формате фотографии из исправительного учреждения. Как описывать свой опыт работы? Чтобы это было понятно, и чтобы это было понятно человеку, который читает о вас впервые. То есть нужно просто, простыми словами описывать при помощи наших специалистов. Можно попросить кого-то прочитать свое резюме, может быть, друзьям, специалистам или супругу. Попросить кого-то перечитать. Важно не большое количество слов, а содержание. Еще коллеги обратили внимание на то, что бывает, что интересное резюме у человека, но он неправильно указывает номер телефона. То есть нужно, чтобы контактные данные тоже были свежие и корректные. И иной раз в случае эстонцев бывает такая проблема, что человеку трудно завязать непринужденную беседу, так называемый small talk, чтобы что-то рассказать о себе, это уже на собеседовании, и чтобы перейти уже к более серьезным темам. Как и рассказать о своих действительных ожиданиях. Но о них тоже нужно говорить, потому что работодатель хочет знать, куда, чего человек хотел бы достичь и какой мотивационный пакет ему нужен. Потому что исследования показывают, что человек все-таки человек оценивает свою мотивацию по определенным критериям. И иной раз работодатель не создает для человека такое чувство безопасности. Я сама иногда спрашивала, задавала такой вопрос работодателям, смелый вопрос, как вы разрешаете конфликты, какая у вас текучесть кадров, и смотрела, как они реагируют на этот вопрос, а потом уже сравнивала это с фактической информацией. Еще одна коллега упомянула такую мысль, что кандидат мог бы проявлять больше азарта, как в спорте, то есть нужно действительно хотеть получить вакансию. Спасибо.
Во-первых, дорогие зрители, напомню вам, что у вас есть уникальная возможность задать вопрос Лемме. Если вы еще не готовы прийти лично на консультацию в кассу страхования по безработице или позвонить туда, то вы можете задать ей вопрос сейчас. Я тоже воспользуюсь такой возможностью. Итак, первое, на что я обратила внимание, ты сказала, что вы обсуждаете, например, подходит ли фотография к тому, чтобы приложить ее к резюме. Я сама жила в Великобритании. Там это вообще считается неуместным. Считается также, что нельзя указывать свой возраст, потому что могут дискриминировать по возрасту, по фотографии. А как часто вы встречались в своей практике с дискриминацией по внешности, по возрасту? Да. Но я, например, вспомнила такой пример из Испании. Там, наоборот, обязательно прилагать фотографии. То есть во всех странах по-разному обстоят дела. Есть также сеть организаций по трудоустройству в рамках Eures. Мы там обмениваемся информацией о том, что происходит в разных странах. И можно скорее сказать, что многое зависит от того, как сам соискатель работы воспринимает эти стигмы. То есть люди в возрасте старше 50 лет нередко недооценивают свои навыки, не хотят указывать свой год рождения в резюме. С фотографиями тоже бывает по-разному. И когда мы обсудили эту тему, то все-таки выяснилось, что в конечном итоге нельзя скрывать свой возраст, потому что так или иначе придется идти на собеседование. То есть все зависит от того, как общество воспринимает те или иные критерии в разных странах. То есть нельзя только на работодателя всю ответственность возложить. Ты сказала, что нередко очень много времени занимает поиск подходящего решения. Как это происходит? Какие вопросы задают человеку, чтобы он понял, в каком направлении ему двигаться? То есть как это все происходит? Ну, во-первых, происходит налаживание личного контакта с консультантом. То есть такая небольшая, непринужденная беседа. Как вы сюда приехали? Хорошо ли вы нашли нас и так далее? Как у вас дела? Это первый этап в психологии карьеры. Следующий этап – это установка целей. И, конечно, это не происходит методом постановки врачебного диагноза. Вот в этом-то заключается ваша проблема. И вам предлагаются такие-то варианты лечения. Но люди ведь этого ждут от вас. Но бывает, что да. Опять же, коллега Тина Сарвельма сказала, отвечая на мои вопросы, что бывает, что человек перекладывает ответственность на кого-то другого, на родителей, на общество, на ситуацию в экономике. Но, тем не менее, нужно иметь отношение к carpe diem, то есть брать ответственность на себя, рассматривать все, что происходит в жизни, как свои возможности. Если вы... Бывает, что вы видите людей, которые по-настоящему несчастны, у которых какие-то проблема, потому что у них нет подходящей работы. Конечно, бывают. То есть люди приходят на разных этапах своей жизни. Бывает, например, приходят матери с маленькими детьми, хотя я все-таки не рекомендую, или люди приходят в компании кого-то еще, я все-таки рекомендую консультироваться в индивидуальном формате. То есть люди приходят на разных этапах своей жизни. Бывает, что очень молодые люди просто хотят узнать, насколько их мечты являются адекватными. Либо приходят люди, которых обманули на прошлом рабочем месте, либо приходят люди, которые нуждаются в помощи психолога. Либо приходят уже успешные люди, предприниматели, которые ищут уже какой-то дополнительной ценности, то есть узнать, находятся ли они на верном этапе своей жизни. А что вы предлагаете тем людям, которые нуждаются в помощи психолога? Да, если человек зарегистрирован в качестве безработного, то ему предлагается такая услуга. Эту тему можно обсудить со своим консультантом. Также есть сайт www.piasi.ee. Там можно получить помощь психолога. Ну, конечно, можно поискать и психолога среди знакомых. Может быть, есть какой-то знакомый психотерапевт, который на кухне вас выслушает за чаем. Да, потому что специалистов мало.
у них часто к ним трудно бывает попасть. Но главное искать помощь, и тенденция такая есть. Как вы раскрываете человека, если он сам не признает, что ему нужна помощь специалиста? Но у нас хорошие консультанты, у них они используют правильную методику, но, конечно, клещами они информацию ни с кого не вытягивают. То есть они с помощью упражнений, при помощи методик раскрывают человека, но, тем не менее, стараются все-таки без желания человека очень глубоко ему в душу не лезть. То есть предлагают ему специальность, связанную с предпринимательством, либо более требующую аналитических каких-то навыков, например, работа в лаборатории. То есть создают у человека чувство уверенности. То есть не очень давит на клиента. Ты работала консультантом много лет. Как ты можешь оценить теперешних соискателей работы? Чем их отношение к жизни отличается от прошлого? Но с апреля я не консультировала частных лиц, я консультировала скорее работодателей. Но мои коллеги, которые консультируют соискателей работы, замечают у людей ощущение кризиса, беспокойство, тревогу за свое экономическое положение, о том, того, что будет в реальной жизни, потому что, конечно, мы можем философствовать вместе, пить чай, но, тем не менее, люди хотят конкретного ответа, что я буду делать завтра. А как часто вы встречаете такую ситуацию, что после консультации человек вступает на новый путь и благодарит вас? Да, конечно, есть такие ситуации. Люди нам пишут письма. И была, например, такая интересная история недавно, что я искала контакт одного работодателя в компьютере и нашла имейл от клиента, который поблагодарил меня за то, что устроился на работу именно на то предприятие. То есть бывают и такие клиенты, которые пишут, что хотели бы прийти еще на собеседование. Это очень приятно, если житель Эстонии таким образом раскрывается, и нам удается преодолеть такое ощущение отчуждения и работать вместе дальше. Это приятно. Спасибо, Лема Геттер. Если вы хотите прийти на консультацию в кассу страхования по безработице, то у вас есть такая возможность. А сейчас настало время для дискуссии.